В Нижегородской области состоялся 19-й конкурс на лучшего по профессии среди операторов по осеменению крупного рогатого скота. В конкурсе приняли участие специалисты из 26 районов Нижегородской области. Я уже второй раз участвую в конкурсе. Ну, вообще-то хотелось бы набраться немножко еще опыта, все равно технологии меняются, поэтому... Хотелось бы, конечно, занять какое-то призовое место. Ну, как говорится, участие. Мне стало интересно. Решила попробовать, а потом понравилось. Меня хозяйство отправляло в Нижний Новгород учиться. Курсы проходила, а потом в Липецк также отправляли дополнительно учиться. Ну, наверное, не к сожалению, а наоборот, в радость, что это очень стабильная профессия, в которую сложно внести какие-то дополнительные коррективы. Это одна из немногих профессий, в которой только ручной труд используется, и невозможно заменить ни роботом, ни какой-то цифровизацией. Поэтому это то, что человек сможет сделать только руками.